Министр спорта Франции Амели Уде-Кастера рассказала о своем самочувствии после заплыва в Сене. По словам политика, никаких последствий со здоровьем после купания в реке у нее не было. Ни побочных эффектов, ни сыпи. Министр также сообщила, что чувствует себя хорошо, а результаты контроля качества воды на 100% обнадеживающие. Напомню, Уде-Кастера искупалась в Сене 10 дней назад в преддверии старта Олимпиады. Своим заплывом она продемонстрировала результаты работы государства. Служб по очистке реки.